Знаете, анекдот такой был. Где-то в стендапе кто-то. А, не анекдот, стендап был. Говорит, у меня друзья живут за МКАДом. И говорит, я им как не позвоню, они все время либо в машине на работу едут, либо на машине с работы едут. У меня, говорит, вопрос, а зачем им вообще дом, если они вполне нормально могут жить в машине? Да, Николай? Да. Ровно 12 часов поездки. Мы выехали в 8, ну вот почти по 8 приедем. Всем привет. Всем привет. И пока. На этом мы заканчиваем. Давление понизилось. Сегодня у меня высокое давление. Я проснулась с головной болью. И весь день у меня болит голова. Я весь день мечтала о том, чтобы лечь. Но мне приходилось работать. Надо было отпроситься, но что-то я не додумалась. Сегодня говорят какие-то там магнитные бури и типа метеозависимые плохо себя чувствуют. Но я не считаю себя метеозависимой, если честно. Но давление поднялось. У меня 160 даже где-то, наверное, 90. То есть нижнее, оно нормальное, даже низковатое, а высокое. Я не знаю, поделала себе самомассажик, помассировала точки, вот здесь вот точки, вот здесь вот на шее линии, на руке. Ну, вроде стало полегче. Не знаю, сейчас заедем в аптеку, там тонометр есть, замерим давление, я на работе мерила. Замерим давление, посмотрим сколько, и уже давно пора приобрести свой тонометр, потому что у Николая нет-нет, да и да, тоже давление поднимается. Вот дело такое. Надо это дело контролить. Раньше были времена, а теперь мгновение. Дальше пошлая фигня. Раньше поднимался, а теперь давление. Короче, так вот день проходит. С головной болью. Так ты, может, завтра на работу не поедешь? Почему? Отпросишься? Зачем? Давление. У меня не будет завтра. Завтра будет нормальное давление. Зачем ты мне каркаешь? Ты что, меня, ты что из меня больную делаешь? Причем здесь каркаю? Просто скажешь и не пойдешь на работу. Ну, завтра, блядь, зарплату дают, я на работу не пойду. Завтра зарплата будет? Ну ты кукуш, что ли, блядь? Завтра зарплата будет? Ну а какое завтра число, Коля? 13. Не беси меня. Все, он меня бесит. Ну что, мое давление не снижается. Оно повышается. Стало 180 на 100. И я по совету нашей соседки-терапевта вызвала скорую. Написали, что вызов экстренный приедут в течение до 20 минут, в течение типа 14 минут. Мы должны уже скоро подъехать. Я, конечно, надеюсь, что приедут быстро. Что состояние так себе, конечно, у меня. Сердце трепыхается, ноги трясутся, но это, скорее всего, от страха. И вообще... Очень, очень неприятно. Не болей, пожалуйста. Ждем. Коля усердно моет посуду. Потому что у нас некрасиво было, посуда не мытая. Ну что, вещаю вам. Приехала, значит, скорая. Через чуть меньше полчаса они приехали. Достаточно быстро. Значит, замерили давление. Было 170 на 100 в этот момент. Вот. Дали одну таблетку под язык сначала. Подождали какое-то время. Давление не снижалось. Дали вторую таблетку под язык. Коля мне налил по их совету тазик воды горячей. А, перед этим еще. Дали одну таблетку, короче, давление не снижается. А, да, блин, я чуть-чуть под успокоительными, под всякими этими препаратами туплю. Значит, дали мне таблетку, положили меня и сделали ЭКГ.
На ЭКГ все нормально, ничего сверхъестественного нет. То есть кризиса никакого нет. Потом я встала, мне замерили давление, не снижается. Дали другую таблетку под язык тоже. Коля мне налил в тазик воды горячей, на голову холодное полотенце. Вот так вот я просидела какое-то время, у меня начало снижаться давление. И голова, ну, голова такая мутная была, мне еще поставили укол кетарола, поставили, чтобы снять весь болевой вот этот синдром, чтобы я уснула спокойно. Я выпила валерьянки еще 25-30 капель. И замерила давление, и вот было 130 на 80. То есть сейчас мое давление рабочее. Ощущение такое, ну вот все напилась, такая мутная. Тонометр мы брали у соседей. Пришлось отнести, потому что у соседки тоже поднялось давление. Она терапевт, это та соседка, которая нас подкармливает, эти соседи. Она в бывшем врач, терапевт, уже на пенсии. И вот именно она сказала мне скорую вызывать. И она была права, и хорошо, что я так сделала, потому что такое высокое давление у меня ни разу в жизни не было. У меня просто нет никаких даже препаратов. И умение, как с этим, что с этим делать, снижать, там, не снижать, что делать, не, я не знаю ничего об этом. И спасибо скорой, которая все помогла, все сделала. Но могу сказать однозначно, испугалась я знатно, конечно. Любой вызов скорой для меня это всегда только максимально ситуация, с которой я уже не могу справиться. Эта ситуация была именно такая. Сейчас, опившись всего, я лежу. Вообще, по идее, должно быть все нормально. Завтра утром встану, посмотрю, как буду себя чувствовать. И буду решать по поводу работы. Но вообще, сказали, все будет утром нормально. Просто я теперь буду знать, что надо замерять давление сразу же. Как только у тебя, ты понял, что у тебя болит голова. Голова не просто болит, болит именно затылок. Только заболела, сразу мерить, сразу снижать. Не надо вот это вот целый день с этим давлением шастать. Короче, я теперь лежу здесь. На мне вон носки теплые. Потому что все руки, ноги, все было холодное. Какое-то. Коля включил мне телевизор, дал пульс, я еще не включила. Там идет сериальчик. Вот. Буду смотреть и засыпать. Вот такой вот у меня сегодня веселый вечерочек. И хорошо, что я не пошла в спортзал, потому что если бы я пошла в спортзал, я бы вообще добила бы себя, наверное. Вот так.